Всем привет! И сейчас будет обзор на мой новый штатив Arsenal RS3730. Купил я его в онлайн-магазине Розетка.ua, за что им огромное спасибо. В общем, поехали! Итак, начинаем распаковку этого штатива. Так как я на почте уже штатив немножко опробовал, посмотреть, что к чему. Поэтому как-то вот так. Штатив поставляется вот в таком крепком и довольно удобном для переноски чехле. Так, вынимаем сам штатив. Так, самый обычный чехол, который выручит вас при транспортировке этого штатива. Очень удобное решение, как по мне. Так, отставляем его в сторону. И вот он, наш сам штатив. Так, штатив сделан из алюминия. Ножки у него трехсекционные. Самые головки на ножке могут вот так двигаться, что делает очень удобным его при поставке на какую-то неровную поверхность. Так. Минимальная высота штатива 60 сантиметров. Максимальная высота 163 сантиметра. Сам штатив имеет очень удобную для переноски ручку. Так. И кучу разных дополнительных плюшек. Одна из таких плюшек — это вот такой вот крючок, на который нужно вешать груз. Сам штатив может выдерживать камеры высотой до 3 кг. Так, сам же при этом весит около килограмма. Кроме этого, головка штатива оборудована несменной трехплоскостной головкой, которая может регулироваться в разных плоскостях, и крутить вы его можете как вам душе угодно. Хоть можете сделать вот так вот и повернуть его на 90 градусов, хоть можете вертеть его вправо-налево, вперед-вниз, как душе угодно. Головка, в свою очередь, имеет очень удобный рычажок панорамирования. Площадка этого штатива также может сниматься, что дает дополнительные удобства при съемке в не очень, так сказать, комфортных условиях. Также штатив имеет кучу разных уровней, как, например, вот этот вот или вот этот вот. Сама головка может еще двигаться и вверх вот таким вот эскалаторным креплением.